Всем привет, друзья! С вами Малдер. Мы продолжаем играть во второго Ведьмака. Я, кстати, сейчас загружал игру. Руны, блядь, заглючили, блядь. Их просто не было, и все нахуй. Так, короче, давайте глядеть. У меня тут хер знает какие. Сейчас мы будем совмещать. Может быть, еще нам надо почитать повнимательнее вот на эту всю хуйню. Руны силы. Руна погоды, переездный полом, стрела. Ну, допустим, есть. Руна разума выглядит как медведь. Ну что за медведь, блять? Руна времени поменяет. Вот руна времени, это у меня 100% есть. Я такую знаю руну. Руна жизни выглядит как распустившийся цветок. Руна зверя имеет вид змеи, ползущей по руслу реки. У меня нету такой. Руна судьбы, это крест заключенный. Такого точно тоже нету. Сейчас мы пытаемся разгадать. Я еще помню, что мы тут пробовали. Записываю это сразу же. Так, руна смерти напоминает косу. Ну, кстати, вот на косу-то тоже есть такое подозрение. Руна неба похожа на линию. На параллелограмме, или как некоторые говорят, на сжатые уста. Руна неба? Может, это не погода, а небо, блять, у меня? Подожди. Руна неба похожа на линию, на параллелограмме, или, как некоторые говорят, на сжатые уста. Руна неба. Я про что? Вот. Стоп, стоп. Вот это. Блин, а может, это небо? Допустим, небо. Так, подожди. А, стоп, тогда сходится. Там же комета, блядь. В начале. Руна искусства напоминает арфу. Руна войны выглядит как сжатый кулак. Руна грома представляет точность брони бьющей молнии. Ну-ка, подожди, что там за арфу-то? Руны напоминают арфу. Кстати, если посмотреть. Нет, не. А где у меня этот знак-то, блядь? Подожди, тут другие. Вот этот знак. Слушай, это может быть. Это не разум, наверное. Блять, ну хуй, может быть, это арфа, блядь. Похоже? Ну, если всадить литр водки, блядь. Ну, допустим, искусство, блядь. Искусство. А это время, 100%. Это очень точное описание знака. Так, время, давай глядеть тогда. Что там по записке-то? Комета, допустим, небо. Но по-прежнему я не знаю, что вот это вот за... Так, небо. Это вот... Я не знаю, что вот это за знак, блядь. Может, это змея? Руна зверя имеет ползущий... Допустим, это зверь будет, да? Словно волк на дневке, блять, колыбельное зла. Так, небо, допустим, тогда. Небо. Дневка, блять. Ну, дневка, наверное, блять, это время. Так, время. Колыбельное зла. Ну да, зло, блядь. Змея, может быть. И арфа. Это у нас арфа искусства. Хуй там. Так, давай дальше. Тогда, может быть, вот это?
потом время, а потом то ли искусство, то ли это разум, нахуй, хуй пойми, блядь. Есть! Ха-ха-ха. Так, значит, это небо, блядь. Да? А я думаю, это погода, блядь. Так, чертеж в перчатке старшей крови. Угу. Есть, и 50 оренчиков. Есть, разгадали. Деактивированные печати. Идем к следующей. Слушайте, ну я не думал, что так быстро получится. Нет, получилось. Да, а то у нас не получится, да? Третья горгулья, причем очень... Где-то они, блядь, вот здесь, что ли, близко достаточно находились. Я вот, правда, что-то... Надо, может быть, сюда куда-то пройти. Вот шельма. Нет, тут Наталис сидит, тут мы не пройдем. Или из ворот ли надо выходить? Нет, это я уже... Они, по-моему, где-то здесь, горгули-то, блядь. Прям рядом две, находилось. Так, ну-ка я вот сюда схожу. Нет, 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 нет. Подожди, это мы отсюда пришли, да? Да, это отсюда мы пришли. Отсюда, значит, мы пришли. Тут ни хера нету. Они где-то в каком-то помещении прям заебывали. Так, тут собака, да? Ну тут гарпи опять сейчас налетят, они нахуй не нужны. Блин, серьезно, что ли? Я тут не пройду я. Эти ебаные эти, сука, развалины. Будете выебываться? А то, блядь. Зараза. Чё ты, блядь? Все, ищем горгулей, блядь. Там не люгарцы уже, блядь, да? Здесь собака, он в стену идет, блядь. Блин, я вот что-то вот туплю, блядь, не помню. То ли они... Вот сейчас лагерь-то... Лагерь, блядь. Горгулей-то вот здесь расхуячили. А те... То ли поближе как-то можно? Слушай, вот же она, лестница-то, да? Мне туда как-то надо попасть. А как? Так, лестница. Вот здесь мы захуярили, блядь. И вот лестница, тут тоже захерачили. Вот здесь, наверное, она. Они точнее.
Но надо туда как-то, блять, нам попасть. Белый волк. Так, пивуны. А как же нам туда попасть? Я уже, блядь, туда не попаду. Ну, на стену я тоже не залезу же, правильно? Вот это, блядь, проблема. То есть надо найти, как туда переместиться, блядь. Ну туда по-любому можно попасть. Бля, только не сюда, нахуй. Сейчас найдем. Я вот туплю, блядь, конечно, надо на мини-карту еще смотреть. А я что-то... У меня не смотрится. Так, там нильфгаардцы. Тут уже никого. А вот здесь можно? Нет, нельзя. Давай, спускайся. Это я иду по катакомбам, по этим, блядь, точнее, не по катакомбам, а просто по развалинам. Здесь кафешка. Может, издалека как-то их увидеть можно. Здесь мы захерачили их. Так, лагерь, блядь. Мусорщик. Так, лагерь, да? Вот мне туда как-то и надо попасть. А как, блядь? Тут уже все. Тут уже Наталья сидит. А может быть здесь как-то? Ну-ка, подожди-ка. Тут проход направо есть же, блядь, наверное, да? Да, точно. И мы попадем как раз куда надо. Где-то они здесь, ага, суки, вот они. Вот они, нашли, наконец-то, блядь. Открывай, блядь, сим-сим. Так, знаки, арфа. Ну, те же самые все. То же самое. Где у нас? Вот у нас. Три полевые мыши пляшут в кругу на закате. Звезды как зерна. Три полевые мыши. Три полевые мыши. Я по-прежнему не знаю, что вот это за знак. Три полевые мыши. Допустим, будут мыши, блядь. Знак мышей, блядь. Пляшут в кругу на закате. Так, значит, время. Небо. И вот это искусство. Значит, это не мыши, блядь, знак. не мышиный знак. Это типа змея, блядь, да? Это искусство. Подожди, искусство — это арфа, блядь.
Так, три полевые мыши. Пляшут кругу на закате. А, пляшут, может быть, танцуют, блядь. Под арфу, блядь. Под искусство. Так, искусство, время. И, соответственно, небо. Есть! Хуя себе, блядь, это я, блядь, просто чудо совершил. Древний манускрипт. Охуеть. Вообще, надо найти кого-то, кто может книжку прочитать. А, о. А кто сможет книжку прочитать эту, блядь? Так, забрать награду у Браса из Банарда. Блин, это нихера ведь непростое задание-то, блядь. Попробуй вот еще тут расшифруй все это говно, блядь. Расшифровать, понять, блядь. И простить, блядь. Охереть, блядь. Это пока одно из самых сложнейших, блядь, в Ведьмаке, но интересно было. Интересно было. А кто же сможет разгадать-то, блядь? Какой-то маг, наверное, блядь. Королевский убийца. Ну да, ну да. Ты сможешь прочитать книжку? Где ты, блядь? Кимбольд. Будь здоров, не кашляй. Не, наверное, надо каким-то магичкам, блядь, нести эту книгу, блядь. Так. Блять, я не туда пошел, что ли? Да ебаный рот. Не в ту дверку. Где награда-то? У кого? А, слушай, а награда-то? Сейчас этот и прочитает нам эту книжку. Конечно. Вот. Так. Эй! Я избавился от горгулей. Отлично. Мы сможем исследовать районы, куда они могли попасть прежде. Вот твоя награда. 200 аренов, блядь. И 200 аренов, и все? Я нашел манускрипт. Интересно. Книга запечатана древней магией. Такими заклинаниями защищают только очень ценные вещи. Это верно. Ты знаешь, как снять заклятие? Для этого нужны кое-какие ингредиенты. Их можно получить из строго определенных чудищ, которые здесь, к сожалению, не водятся. Итак, мне потребуются феромоны королевы Индриак, кровь Накера Воина и мозг Утка-Клюва. А еще яйцо Гарпии, которое можно заменить языком гнильца. Ясно. Я вернусь, когда все соберу. А у меня есть все это. Я принес ингредиенты, о которых ты говорил. Невероятно. Давай все мне. Главное, соблюсти пропорции. Готово. А теперь посмотрим, что это за манускрипт. Боги! Что такое? Это инструкция, как выковать легендарный меч Каэрм. Он будет твоим, ведьмак. Ты заслужил это. Выковать такое оружие – большая честь для меня. Спасибо. До встречи. Так а меч-то мне где взять? Ведьмак. Ты его сможешь выковать?
Каэрм. Вот, Каэрм. Стальной 50-58. Блять, да где, сука, эти ингредиенты-то брать, ебаные? Где эта усиленная ткань? У меня... Слушай, а у тебя есть... Так, подожди. Крепкое сукно и укрепленную кожу нам надо, да? Постоянно... У меня хоть... есть заклинание, да от завали, которого у вас задница. Так, купил что-нибудь. Чертежи. Превосходный серебряный зериканец. Мне надо купить чертеж, блять, на изготовление. У меня есть заклинание, от которого вот у вас задница слипнется. Все, ладно, это охуенно на самом деле. Лилии змеи. Узнать судьбу. Ага. Оставьте дворы. Узнать судьбу Анаис. Перестаньте лить сладкий яд в уши властителей. Слушай, на самом деле, мне кажется, оба этих черта, блядь, завязаны на похищении. На похищении. Блять, я не пойму, как я туда прошел-то. Причастный, по крайней мере. Здесь я никак не пролезу, да? Надо пиздавать вот так. Ага. Надо пиздавать. Сейчас, подожди. А, тут пустая комната. Через верх в любом случае тут идется, блять. Да идите нахуй. Время на вас только тратить, блядь. Ну, блядь, давай просто, вот, Геральт, просто спустимся и все нахуй. А? Нет, не хочешь? Очень жаль. Бери ты, блядь. Ну, 50-58, кстати, не больно такой уж и меч-то, блядь. У меня больше это хуечь-то. 59-66. Вопрос... Я что-то не посмотрел, а он какой, блядь, стальной? Чертеж Керм. Да, он стальной. Необходимые ингредиенты. Перья гарпии, кусок дерева, железная руда. Так а что, почему я не мог его сделать тогда? Там нужна какая-то кожа была. Или я не то смотрел, что ли? Вполне возможно. Вполне возможно. И все равно мне кажется, что Буси не умер. Он, наверное, куда-нибудь убежал, там еще что-нибудь. Ведьмак тот же колдун. Затерялся. Я знаю, что случилось с королевскими детьми. Дело касается Буси и Анаис. Говори. О, блядь. Обоих нах есть. Ну-ка, я позже вернусь. Подожди-ка. Сохранимся. Дело касается Буси и Анаис. Говори. Граф Моравель предал Тимерию, а барон Кимбальд хотел убить детей Фольтеста. Серьезные обвинения. Барон Кимбальд нанял людей, которые должны были выполнить для него грязную работу. Я нашел их. Один готов все рассказать. Покушение им не удалось. Королевский обоз изменил маршрут. Впрочем, скоро он угодил в засаду графа Моравеля. Тот решил отдать детей нильфгаардцам. Вот его письмо. Смерть Буси была несчастным случаем. Черные тучи сгустились над Тимерией.
Это самые могущественные дворяне Тимерии. Я не могу арестовать их сейчас, когда решается судьба королевства. Их люди могут взяться за оружие. Благодарю тебя, ведьмак. Благодарю, что ты принес мне эти вести. Надеюсь, барон Кимбольд согласится помогать мне. Как видишь, барон, я знаю все. И мне становится не по себе, когда я думаю об этом. На твое счастье, у нас есть еще более серьезная беда. Ты должен оказать мне полное содействие в аресте графа Маравеля. Мне следует понимать эту просьбу как угрозу, коннетабль? Именно так. Если ты откажешься, регенский совет получит доказательства задуманного тобой убийства. Ты хотел убить детей, из-за которых наш король отдал жизнь. Что ты предлагаешь, Наталис? Когда мы вернемся в Вызиму, я уничтожу доказательства. До этого момента я ожидаю от тебя всесторонней помощи. Откуда мне знать, что ты сдержишь обещание? Потому что мое слово еще что-то значит, Кимбольд. Ты лживый ублюдок. Так тому и быть. Но советую тебе по-хорошему, коннетабль. Не вздумай меня обмануть. Лилии и змеи. Ну что? Оба причастны, суки, к этому. Так, все, наверное, да? Ага, так я сохранюсь. А того под локотки Маравелли-то взяли, блядь. Почему-то он мне Питера, блядь, напоминает. Какого-то. Че, можно идти, наверное, к рыжей, что ли? Мы все задания сделали или как? Да. Убийцы королей. Встреча чародеев. Войти в амфитеатр на переговоры. Погнали! К рыжухе. Ты уже заждалась, наверное, там. С разбитой харей. Блин, тут столько помещений, честно говоря. Которые я бы хотел исследовать, но я не знаю, у кого ключи есть, у кого-то. У кого-то вся херня, котики играют. Вот, погоди, там сказали, мы можем теперь обследовать новую территорию. Вот это будет дверь открыта? Здравствуй! Здравствуй! Заперто. Нельзя. Ну как ты ж, сука, наверное, можно это открыть-то, блядь? Истинно говорю вам! Наверняка ведь. Слушай, подожди-ка, мужик, а у тебя есть рецепты, блядь? Ты же продавец. Мне вот на кожу там вот это вот. Картечь, грибе, когтизуб, кусач. Нихера нету. Так. А выковать? Что для этого надо-то? Как это сделать? Чертеж, блядь. Керм. А, о. Эх ты, блядь, а мне это какая? Железная руда? Твою мать. Ну, а мне нахуй не нужен этот керм. По крайней мере, понятно, как ковать. Я вроде шуковывал мечи-то, а тут что-то не получается. Хуйня какая-то. Так, рыжая. Где у нас рыжая бесстыжая? Где-то, наверное, здесь. А вот и рыжие. Мы станем свидетелями великих событий. В таком случае не будем медлить. Заходим. Сейчас или никогда.
Последние несколько недель в Изиме шли переговоры касательно престола наследия. Учитывая то, что судьба последнего отпрыска Фольтеста остается неизвестной, нам не удалось прийти к согласию. Соблюсти интересы всех знатных родов Тимерии невозможно. А потому нам не остается ничего другого, кроме как разделить страну на провинции согласно границам баронских вотчин. Это невозможно, Ян Наталис. Тимерия находится между Нильфгардом и Севером. Она должна быть сильным, единым государством. Таково и мое желание, Ваше Величество. Но со смертью короля Фольтеста разбилось и сердце всей страны. Мне стало известно, что Анаис Лавалет в настоящее время находится в руках чародея Детмальда. Но, скорее всего, Ваше Величество, вам неизвестно о стычке сегодня утром в лагере Каэдвена. И все же, если ребенок жив, остается надежда. Спешу сообщить вам, что вашей обязанностью также остается поимка Вернана Роше. Он подозревается в убийстве короля Хенцельта во время победного штурма Вергена. Как гражданин и солдат Тимерии, Роше остается под вашей юрисдикцией, Ян Наталис. Вернан Роше скрылся вместе со своим отрядом через несколько дней после взятия замка Лавалет. В случае, если Роше снова появится в Тимерии, он будет немедленно арестован и предстанет перед судом. Приступим к делу. Документ, определяющий права и обязанности Совета и Капитула, является, как мы установили, точной копией статута, найденного в развалинах на острове Танет. Важнейший вопрос – назначение Капитулом королевских советников. Сейчас при многих дворах состоят случайно выбранные маги и чародейки. Однако во времена прежнего Капитула на эти должности назначались специально отобранные люди. Может, мы сами назначим советников? На этих людях лежит огромная ответственность, Ваше Величество. Капитул хочет быть уверен, что советниками станут компетентные лица. Которые смогут позаботиться об интересах Капитула. Разумеется. А основным интересом Капитула является благо королевств Севера. Документ подписан теми, кто войдет в Капитул. И теми, кого мы предлагаем в качестве советников. Недостает только подписи Шиалы де Тансервиль. Без королевских печатей вы сможете назначать советников разве что пастухам. Вы правы, Ваше Величество. Шиала де Тансервиль не имеет права подписывать этот документ. Трис Меригольд, ты все же приехала. На руках у Тансервиль кровь королей. Она не может заседать в Капитуле. Это ложь. У тебя есть что-нибудь в доказательство твоих слов, Меригольд? Есть свидетели, которые подтвердят, что Шиала де Тансервиль стоит за убийством Димавенда и Фольтеста. Представители будущего Совета и Капитула. Шиалу де Тансервиль следует арестовать и пытать. Если слова Трис Меригольд подтвердятся, то госпожа Тансервиль будет приговорена к смерти. Шиала де Тансервиль, пока обвинения Трис Меригольд не будут сняты, ты не можешь заседать в Капитуле. Арестуйте ее. Вы не знаете всей правды. Меригольд не знает, что говорит. Oh, my God.
тут не поможет! Я не смогу нас отсюда вытащить! Ты должен поймать Шиалу! А вон она орёт за огнем. Так, Шиалу, да, поймать? Там ничего, что дракон летает, блядь. Там, я так понимаю, тупик, но было интересно поглядеть. Так, мужик какой-то он стоит. Ну, мне, наверное, наверх, как я понимаю. Потому что другой дороги тут вроде как и нету. Она вон на башне. Ведьмак, вернись, пока не поздно. Куда? Меня не остановишь ни ты, ни кто-либо другой. Ну что, пиздеть гораздо, конечно, дамочка. Если придется, я убью тебя. О, блядь, горю. Но, как тебе мой дракон? Охуительно, блядь. Сайзен Дэзис, убей его, наконец! Ты опоздал. Я стабилизировала телепорт. Тебе некуда бежать. Рано или поздно тебя найдут. Я предпочту уйти на своих условиях. Где Лето? Сайсентесис им скоро займется. Им и всеми идиотами, которые спят и видят, как бы сжечь чародейку. Где он? Я не знаю. Я сама ищу его после убийства Фольтеста. Лето обманул всех. Мы купились на его туповатую мину и тяжелый взгляд. Ты так и не понял? Да, Ложа хотела избавиться от Димавенда. Он был слабым, чудным королем. При нем Айдирн постепенно умирал. Его надо было убрать. Мы выбрали наименьшее зло. Лето как раз оказался под рукой. А Фольтест и Хенсельд? Мы не имеем к их смерти никакого отношения. После убийства Димавенда Лето использовал золото и нашу поддержку, чтобы связаться с Йорвитом. Эльф должен был укрывать его до тех пор, пока шум вокруг убийства не утихнет. По крайней мере, я на это рассчитывала. Это не Ложа убила Фольтеста. Тогда кто? Нильфгард. Лето — король лжецов и император изменников. Он с самого начала трудился во славу Великого Солнца и Белого Пламени, пляшущего на курганах врагов. Он обманул всех. Меня, Йорвита, твою дурочку Трис и тебя. У тебя есть доказательства? Только что я получила донесение от агентессы Ложи в Цинтре. Армия Нильфгарда выступила в поход. Как раз сейчас она форсирует Яругу. Ты думаешь, что при нынешних обстоятельствах Север сможет обороняться? Веришь в очередное чудо под Бренны? Я не знаю. Но довели до этого вы. И вы ответите за все. И никогда вы не смоете пятна предательства. Может так случиться, что никто не выйдет из этого города живым и не узнает, что тут произошло. Филиппа управляет драконом. Когда я исчезну, он превратит город в пылающий склеп. Дракон атаковал войска Фольтеста в битве за замок Лавалетов. Это расходится с твоей версией. Тогда мы еще не могли им управлять. Может быть, мы проиграли битву. Но война только начинается. Впрочем, тебя это никак не коснется, ведьмак. Ты умрешь здесь. Прощай. Что-то не так. Бриллиант. Кто-то подменил камень. Этот с изъяном. Меня разорвет на куски. Геральт, вытащи его. Ты спас мне жизнь. Если сам уцелеешь, иди в Нильфгард. Йеннифер из Венгерберга там. Прощай, ведьмак. Там и Йеннифер. Так, не знаю, что, спас ее, какой хуй, но... О-о-о, нихуя ты, блядь. Так, тихо, блядь. Другой меч нам нужен. Они так и не поняли, в чем дело.
Хорош, ты чё, блядь, дядя? Да, блядь, так я пизданусь-то. А чё не работает у меня уклонение-то? Во, сработало. На тебя поебало, блядь. Во-во, вот эту ты пасть-то не разевай так сильно, блядь. Убийца драконов, блядь. Мне что-то, блядь, вообще ему поебать на мою, на что я тут делаю, блядь. Вообще похую, блядь. Я еще не попадаю, блядь, да. А. Надо спрыгивать, что ли? А, подняться? Последняя битва. Ой. Да хватит мне жрать-то, блядь. Погоди, а если я что-нибудь... Вон, Ирден какой-нибудь возьму. Во-во-во. Мужик, ты чё, блядь? Ему поебать на Ирден, да? Как я понимаю, блядь. Хорош, хорош, ты чё, блядь? Для этого. У меня тоже есть огонь. Блять, как мышь летучая, блядь. Так, а защитный-то какой у нас знак? У меня здоровье-то восстанавливается хоть? По-моему, нихера, да? Да, блять, почему, сука? Игни, квен, квен, да? Защита, блядь. Да сука. Не дурак. О-о-о. Ёб твою мать, блядь. Опять съебался. Слушай, ну нет, часть восстанавливается, конечно. Ну прям минимум. Ого. Ты хорош своей этой метелкой, блядь, да что, сука? Да почему, блядь, задевает-то на? Интересно, сколько их еще? Хуй её знает, на. Я сдох, по-моему, да? Охереть просто. Это с... откуда я начну? С самого начала, что ли? Конец игры, блядь. Может, хотя бы со второй формы. Угу. Так, а арт нихера не помогает, как мы поняли, да? Надо вот квен пользоваться. Ты, блядь, меч-то достань, ебаный. Вот уродец. У меня броня, блядь. Броня крепка. И танки наши быстрые, блядь.
Да ёб твою мать, блядь. Я даже ему побездануть-то не могу по-нормальному, блядь. Вот сука, хвостатая тварь. Ах ты, тут погляди-ка, блядь. Я горю? Да что ж ты будешь делать? Дай встать-то, блядь. Я даже серию атак не могу, блядь, провести, блядь. Тихо-тихо, что-то, блядь, заглючил его нахуй. О-о-о. Так. Прям чуть-чуть осталось. Я не буду его убивать. Кстати, я вспомнил, тут выбор будет. Он, по-моему, там один из последних представителей, что ли, блядь. Уйти, убить дракона. Уйти. Живой. Тем временем в Локмуины. Список чародеек ложи. Список шлюх, которых ты поможешь найти. Что здесь творится? Эпилог. В смысле эпилог, блять?
Конец игры, что ли? Ты цел? Более-менее. А дракон? Скажем так, у него была жесткая посадка. Он напоролся на дерево. Ты убил его? Он жив. Я не убиваю драконов. А как же Филиппа? Придет и ее время. Возможно, это один из последних драконов. Благородное, прекрасное создание. Пойдем отсюда. Лето наверняка успел сбежать. Он ждет тебя. Ждет? Да. В пустом темерском лагере. Пойдем. Как это ждет? Откуда ты знаешь? После нападения дракона начался хаос. Я пыталась добраться до дома Филиппа, и вдруг ко мне подошел какой-то человек и передал записку. Он сказал только, что это тебе. Там было «Жду в темерском лагере лето». Что тут случилось, пока меня не было? Короли привели с собой гораздо больше солдат, чем нужно для мирных переговоров. Во время эвакуации произошло несколько инцидентов. Кайдвенцы сцепились с темерцами. Рыцари Ордена изнасиловали двух чародеек и убили пару смельчаков, которые пробовали вмешаться. Ты думаешь, что Совет и Капитул это переживут? Их созыв предотвратил еще большее кровопролитие. А переживут ли? Трудно сказать. Но ничего лучшего у нас все равно нет. Чародеи – часть этого мира. Нравится это кому-то или нет. У них должны быть свои права и свое место. Иначе возникнет еще одна ложа. Логично. Сохранится? Сохранится. Давайте на сегодня закончим. К лету уже сходим к следующей серии. Посмотрим, что он там скажет. Будет видно. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.